Стальной хват России. Привет большой, подписчики на канале YouTube. Привет большой. Отдельный привет. Сергей Дороган, тебе привет большой. И Сергей Лихутев. Так получилось, что Сережа к тебе подъехал, показал испандеры наши, ты попробовал их, пожал, согласился продолжить следственный эксперимент. Но вот я хочу записать фильм для тебя, показать, как вообще происходит этот процесс. Вообще наша группа «Стальной хват России» – это первая группа в мире, которая стала вот так вот официально всем показывать, каким образом вообще калибруются испандеры и что такое нагрузка испандера и вообще какое она отношение к сетевой динамометрии имеет и прочим моментам. И объяснила все популярно, доказала, рассказала, что кистевая динамометрия на замеренных честных динамометрах, это тяговые динамометры, калиброванные тяговые динамометры, в общем-то, можно по динамометрии даже вычислять, там, человек, не умеющий с испандерами работать, но если он выдает определенную кистевую динамометрию, можно подобрать испандер. Ну, ты человек известный, ты единственный сертифицированный КОКом 3,5. Вот желаю другим ребятам дойти до сертификации 3,5 КОКом. Но мы все понимаем, что на сертификации могут и испандеры разные попасться. Поэтому мы исключаем такой момент попадания разных испандеров с разными расстояниями, с разными нагрузками. Потому что КОК 3,5 на 76-78 килограмм СХР моей замеренной нагрузки с расстоянием 76-78 миллиметров. Это не КОК 3,5, 72 килограмма с 72 миллиметрами. Это совершенно разные испандеры, это разный уровень испандеров. И закрытие с карты, с кредитной, это в данных испандерах, в данных силовых диапазонах требует различной кистевой динамометрии, причем очень сильно различной. Ну, так как Сергей решил продолжить эксперимент по выявлению его на данный момент кистевой силы. У меня сейчас есть адмирал, я уже его откалибровал, но вот для Сергея я сниму фильм и расскажу, что и как. Ну, уже ты знаком с испандером. Адмирал. Характеристики показывать, в общем-то, смысла нет никакого. Вот она уже запись стоит. 88 килограмм. Ну, фломастером пометил. В общем-то, я это пишу на отдельных мешочках. Я и к этому испандеру тоже предоставлю этот мешочек, чтобы это все было как у всех официально. Логотип моей группы. Не логотип, а название. Ну и лодка по понятным причинам. Потому что службу военную свою проходил на лодках на атомных. Значит, вот такой испандер. Сейчас единственное, я покажу, ну, чтобы в спортзале наверняка не будет там измерительных инструментов. Но вот этот испандер, ну вот запоминайте, ребят, что тут ничего никаких нет. Вот эта надпись, она по-другому написаться. Даже если сейчас стереть, вот повторить невозможно. Поверьте мне. То есть, чтобы какое-то доверие там, если вдруг что-то. Вот так восьмерки написаны, необычно. Да? Вот такой вот испандер. Сейчас покажем расстояние. Ну, адмирала оно, наверное, одно из самых маленьких расстояний. Вот оно. 62,3. То есть расстояние, ну вообще, почему такой испандер, Сергей, сделали такой, с таким расстоянием 62-66 у меня испандеры, чтобы, ну, помочь начинающим ребятам, у кого не все получается, а ширина испандера требует уже умения правильно в руке устанавливать, помочь работать с ним. Плюс ладони у всех разные, длина пальцев разная, и, так сказать, золотую середину выбрали, 62-66. Чуть больше кредитной карты, но меньше топовых расстояний, там, начиная с 72, и, соответственно, конечно, не широкие, 74 и выше. Ну и на пружине 8,8,1, но пружина будет там, она где-то 8, там 0, 8,09 и так далее.
8,1. Побольше пружины, чем у четверки, чем у Кока 4. Но в связи с тем, что расстояние чуть меньше, нагрузка у адмиралов, она и сделана, Сергей, так, чтобы кто-то, если хочет к четверке продвинуться, у меня есть адмиралы с разной нагрузкой, то есть есть адмиралы на 84, 85, 86, ну, разные попадаются. Так, такая просьба к изготовителю была, чтобы такие спандеры делались, чтобы можно было тогда плавно перейти с 3,5 через вице-адмирала. У вице-адмирала нагрузки от 78, даже 77 попадается, до 82. Этот диапазон захватывается. То есть это все сделано. Все мои спандеры, они промежуточные среди американцев. То есть американцы мною тоже проверенные и промеренные, и проверенные неоднократно, несколько уже тысяч фильмов снято. Поэтому кок 3,5 попадается в сегменте 72, 77, 78 килограмм моей нагрузки. Адмирал идет выше, но расстояние меньше. Но да, понятно, что адмирал на 81, вице-адмирал на 81 килограмм, он перебивает кок 3,5 и подтягивает ближе к адмиралу. Адмирал там стартует с 84 килограмм вплоть до 90-91. Это позволяет опять же плавно на четверку зайти. То есть нету этого шага огромного, непонятных нагрузок, когда там с 3,5 на четверку там 20 килограмм разница. Это в динамометрической середине 30 килограмм. Ну, 30 килограмм динамометрии — это чудовищная разница. Это 70 килограмм жмет статистически крепкий мужчина и 100 килограмм уже тренированный. Так не бывает. Ну, сейчас померю, Сергей, вот для всех. Вот Сергей будет вот такой закрывать. Конечно, мы понимаем, что для закрытия этого эспандера с дипсета это одна потребуется сила. Для закрытия, взяв в руку и сжав, потребуется сила 88, умноженная на 1,5. Это динамометрическую середину. Вот вычисляем этим коэффициентом. К нему мы пришли. Мы ее измеряем на середину. На самом деле рука наша съезжает чуть ниже. Чуть ниже на 1,2 сантиметра. Где-то 1,2. Ну, 1,5 сантиметра. Потому что при даже установке под атаку, при установке под атаку без установки, мы в любом случае опускаем 3 тяговых пальца ниже. И у нас линия поднимается выше динамометрическая. Но мы все усредняем, поэтому есть добавление килограмм, вычитание под дипы. Ну, вот эти все расчеты, ну, кто со мной уже давно, они уже привыкли и понимают. То есть 88 плюс 44, 132 килограмма. И чтобы его вот так взять и закрыть без установки, это потребуется еще плюс 5 килограмм. Ну, вот так вычислено. То есть 137 килограмм плюс вот этой силы динамометрической, настоящей тяговой силы динамометрической хватит. Ну, динамометрической, потому что вычисляем как бы на середину эспандера как бы. 137 килограмм хватит, чтобы этот эспандер закрыть без установки. А чтобы этот эспандер закрыть с дипсета, 132 надо вычесть минус 15-20 килограмм. То есть, допустим, ну вот минус 15 килограмм — это 117. То есть, если этот эспандер установить, плотно двумя руками закрыть, ну, Сергей, не тебе объяснять, ребята знают, двумя руками закрываем, одной удерживаем, 117 килограмм динамометрии хватит. Может быть, даже при умении четко это делать, хватит минус 20, то есть 112 килограмм хватит кисти, чтобы адмирала вот этого на 88 килограмм закрыть с дипсета. Это стартовое минимальное закрытие эспандера, то есть самое как бы легкое закрытие двумя руками с удержанием одной рукой. И потом прошли произвольная параллель, так называемый Mash Monster Set, да, это мы вычитаем уже назад, откидываем минус 10, то есть 32 минус 10, 122 килограмма надо, чтобы вывести на параллель, убрать руку и показать, как с параллели эспандер закрывается, да. С блока 20 минус 5 килограмм. То есть 132 минус 5, 127 примерно килограмм. То есть 125 и выше. Ну, берем 127, где-то килограмм хватит. Ну и далее пошли там. С 40-го блока это 132, как он и есть. То есть если мы подустановили под 40-й блок, то это закрытие его динамометрии. То есть, ну, его динамометрической середины. 132 килограмма надо примерно. Ну и дальше идет карта у нас, допустим. Карта плюс мы
добавляем, ну, чуть больше, это килограмм 135. И в данном эспандере, так как расстояние здесь минимальное, скажем так, для расчета под карту, так карта 54 миллиметра, а здесь расстояние 62, соответственно, карта и без установки, они, в принципе, где-то рядом. То есть 135 потребуется, 135-137 с карты и 137 плюс, это без установки. Когда ты просто возьмешь, зафиксируешь пальцем, переберешь и закроешь. Опять же, не тебе объяснять все это. Лучше всех знаешь. Закрывал и тройки на количество раз большое и так далее, и так далее, и так далее. Все это ребята смотрели, на страницах группы выкладывалось. Смазка здесь уже заложена. Я еще раз силиконом прошелся, она видно, вот она между витков блестит. То есть вся нагрузка, которую сейчас мы получим, она такая и будет достаточно длительное время держаться на эспандере. Накатку все это я сделал, опять же, была просьба, не я сделал, не руками, моими это делается, чтобы это была усредненная накатка. Не скользкая, в то же время не сильно разрывающая ладони. Опять же, все знают, при закрытии целевых эспандеров, когда все очень на тоненького идет, вот эта накатка, которая срывает кожу верхнего слоя там, с мизинца, с трехтяговых пальцев, с фаланг, это все как бы не зыргут, потом надо восстанавливаться и так далее. Ну все, наверное, все рассказал. Сергей, тебе удачи, будем посмотреть. Ну, ты сам решай, с какой установки будешь закрывать, диповать будешь, с параллели. Сергей блоки подвезет, что есть у него. Может быть, с блока решишь попробовать, с 20-го. У Эйда блок есть, со стороной, понятно, там 1.5 дюйма и дюйм. Поэтому сейчас я только покажу нагрузочку. Вот еще раз, вот такой приедет эспандер, на котором будет вот так написано 88 килограмм. А теперь я покажу замер. Вот такой, Сергей, не броский собран измеритель, но достаточно точно ребята привыкли. Все эспандеры я подписываю, любые. Ребята могут свои эспандеры присылать. Всегда рад помочь, откалибровать, узнать правду по нагрузке. Вот так вот. Вот они, нули. Теперь я планку, которая дюйм. Но опять же, планка будет тянуть, начиная, то есть нижний край планки с нижним краем ручки. Но на самом деле вот этот тросик выполняет имитацию мизинца. И на самом деле он должен быть ниже. То есть, ну, где-то вот так, допустим, мы должны тянуть. Да, сейчас покажу вот такой проекции. То есть мизинец у нас идет, работает по краю ручки. Но так как, опять же, ну, это и для механизма не зергу, чтобы так делать, мы делаем вот ровненько, да, как будто бы мизинец у нас поднимается выше по ручке. Но на самом деле он здесь не находится выше. Естественно, мы его как можно ниже сгоняем. Ну, опять же, все понятно, что нам нужно создать рычаг. Соответственно, три пальца тяговых спускаются ниже, и мизинец ниже спускается. Но опять все усредняем, чтобы было понятнее, и замеряем. Говорю, замеры уже были, поэтому сейчас просто надо подтвердить, что это действительно так. Вот так вот и немножечко. Сейчас ручку немножечко опущу ниже, чтобы проекция была абсолютной параллели закрытия ручек. Поэтому вот так немножечко ниже. Вот так вот. Все. Сбрасываем нули. Поехали. Натягиваем. Ну все, очень интересно, конечно, будет посмотреть. Потому что, ну, такой уровень, это единица и в мире. Ну, вот так вот.
Вот ровненько ручки теперь закрылись. Нет, выше, ниже, хотя я тоже говорил, что это... Вот он, маленький зазор. Маленький зазор. Касания не было, соответственно, результаты не искажены. Восемьдесят семь и пять, ну, чтобы не рисовать эти после запятой, написал ровно 88. Ровно 88. Места мало. Ну, понятно, что при глубоком дожиме, ну, как при глубоком, при дожиме, немножечко мы поднимем в силе, поэтому 88 килограмм станет. Это очевидно. Все, Сергей, я все рассказал, показал, то есть показал, что замеры мною сделанные ранее, все совпадает, все честно. Ну, первая такая группа, кто решился правду говорить о хвате, как оно есть, потому что скрывать там, что четверка 164 килограмма там, зачем это всю эту лапшу вешать, каких 164 килограмма, там их не было и не будет. Они есть, но они есть там на начале ручки, то есть где пружина только начинает фиксироваться, входя на 2 сантиметра там в глубину. Или, может быть, там какие-то замеры непонятные. Но вот замеры тяговым разрывным динамометром, ты увидел вот такие цифры, и это все можно подтвердить. И ребята все, кто получают от меня экспандеры, все это... Я динамометр посылал, сейчас покажу, на каком динамометре. В общем-то, он путешествует по стране и много на турнирах приезжал. Ну, вот разрывной японский динамометр ТЭК. Шкалу пришлось как бы немножечко продолжить, потому что Сергей Лихутев тут с двух рук его стрелочку воткнул в болтик. Ребята там, Артур Юмагужин, вот был шахтер такой, ушел из группы тоже. Тыкал стрелку. Поэтому все здесь на разрывном. Все это доказалось, что соответствие здесь соответствует замеренным эспандерам. Здесь можно крутить, устанавливать ручку по высоте планку под любые пальцы. И соответственно, как мы установили, вот я себе там устанавливаю, допустим, под шестерочку. Вот. Вот они, отметочки. Вот нижний край. 6, 7. Ну, не знаю, почему цифра так начинается такой. Все устанавливаю, прожимаю, показываю какие-то определенные цифры. И по этим цифрам могу уже ориентироваться. Там 83 килограмма. 83 делю на полтора. И вот можно посчитать это на конце экспандера, какая нагрузка может быть применима относительно кистевой динамометрии. И все это на обывателях, на людях. Все это проверялось неоднократно. Люди с улицы приходили ко мне, нажимали как могут, то есть не умея даже динамометр в руках держать, давал им эспандеры калиброванные, и все у них получалось. Все, вот такой замер, вот такой адмирал для тебя. Я его упакую. И удачи, закрыть, побед. Может быть, продолжим дальше эксперимент, если будет интересно. Все, пока, Сергей, пока, ребята. Встречаемся в обители.